Я глава семьи. Патриархат, наверное. У мусульман, наверное, так принято, что мужчина в семье главный. Нас так воспитали, у нас так было у родителей, у бабушки с дедушкой, поэтому по-другому мы даже не представляем. Ну, у нас в Турции так принято, именно отец – это самое главное. Патриархат. Ну, бабашка больше принимает решения, он в семье как глава. Средняя, одинаково. Что уле, а хаишина у, дала бете, а паишина мен, и к мазавле. Папа главный на СМИ. Были с нас, бус, эвельди замандан, нас, бузум хорандал решает лер. Бабаса, бабаса дар. Анаса, ана тараф на баха. А пайлер тараф на баха. Он чин, бузде у тарафтан, кимсе гибрщает май. Общее взаимопонимание. Главное в этой жизни общее взаимопонимание, чтобы понимали друг друга. Ну, все-таки, если честно, то, наверное, матриархат. Апайны созлерны динием. Тур десе я там, я десе турам. Под каблучником меня.